Усім привіт! Це Олімпійський батл, а це вишка, котру будуть підкорювати наші сьогоднішні учасники. Всім привіт! Я Олексій Середа. Я займаюся прыжками в воду, самий молодий чемпіон Європи. Сьогодні у нас проходить батл з Андрієм. Посмотримо, хто із нас лучше. Привет всем, меня зовут Рушковский Андрей, я бизнесмен, и буквально пару дней назад мне предложили поучаствовать в батле с профессиональным спортсменом, с чемпионом по прыжкам в воду. Я как бы большой фанат воды и понимаю, что в реку либо в море мы не прыгнем, поэтому согласился, потому что имею шанс прыгнуть и научиться чему-то новому в бассейне. И после этого я поставлю свое какое-то условие, свой челлендж, но не один, а со мной будет кто-то другой. Поддержите меня. Привет, Андрей, добро пожаловать всех своих прыжков в воду. Сегодня мы потренируемся в этом чудесном зале и пойдем попрыгаем на воде. Ты чемпион? Чемпион Европы, да. А сколько тебе лет? 15. А во сколько стал чемпионом? 13. Молодец, просто я в восторге. Спасибо. Честно скажу, я никогда не прыгал с вот такой вот штуки, это трамплин называется, трамплин, да? Но сегодня готов рискнуть, попробовать ляпнуться спиной. Но, надеюсь, научи меня. Покажи что-то. Хорошо, да. Начнем с разминки. Можем пойти на батут, хочешь? Да, идем. Что мне делать? Сначала, ну, там разомнись, попрыгай как хочешь. Потом попробуй прыгнуть и сделать на попу прыжок. Ты умеешь там делать сальто какое-то? Я умею пробовать делать сальто. Пробовать? Можешь попробовать прыгнуть на спину и со спины встать на ноги. Все уже хорошо начало получаться. Получится. Ну все, пробуем сальто. Сальто, это лучше поролоновую яму, я думаю, сальто сделать. Сальто, готов делать? Да. Давай. Берешь группировку поплотнее. Ноги, постарайся колени, точнее, развести, чтобы полностью все не ударили. В принципе... Перекрутил. А? Перекрутил. Перекрутил, но, в принципе, для первого раза нормально. Ты прыгаешь, вот так поднимаешь руки, понял? Вот здесь качаешься. Поднимаешь руки и тоже бери группировку. Вот, так вообще нормально. Даже лучше, чем сальто вперед. У тебя довольно неплохо получилось. Спасибо. Давай попробуем на воде. Вау! Для начала пойдем. Так, классно. Для начала пойдем на трамплин 1 метр. И на этом и закончим. Да нет. Это 10. Это 10 метров. 7,5, 5, 3 и 10. Давай сразу на 10. Ты свой чемпионский титул получил со скольки метров? 10. На один так на один. Веди. Все, пойдем. Лёш, спасибо тебе большое. Я, конечно, кайфанул. Я в бассейне не был, наверное, лет 10, именно в таком спортивном. Да. Поскольку я человек не из спорта, а из бизнеса, предлагать тебе задания по бизнесу я не буду, потому что ты еще к этому не готов. Но я взял себе подмогу подругу. Да. Я тебя сейчас с ней познакомлю, и она даст тебе в твоей тематике задание, и я надеюсь, что ты его выполнишь. Но хорошо. В любом варианте, в любой момент ты можешь сказать, все, я не хочу с ней, и мы с тобой просто подеремся. Ну, драться я не сильно с тобой хочу, так как ты занимался боксом. Я хорошо. Могу... Тогда давай я позову Айзу и познакомлю вас. Хорошо. Зови Айзу. Привет, Айза. Меня зовут Леша. Какое задание будет для Леши? Кто дальше в плане? Хорошо. Можно обсудить какие-то темы? Времени много. В таком положении тяжело. Что-то обсуждать. Ты
7 минут стоишь? Ну, сейчас, наверное, не простою, но вообще. Просто это такое. 5 минут, мой собственный рекорд. Все. Все? Ух, ты чего? Я же тебя поставил, чтобы ты боролась. Леха, сдавайся. Я не чувствую, что ты сдаешься. Я буду давить на тебя авторитетом. Ну, пожалуйста. Ничья? Мы можем сойти с ничьей. Я вполне согласен. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Фух. Все. Це була програма «Олімпійський батл. Перезавантаження». Я вам раджу слідкувати за нашими наступними випусками, адже далі ще веселіше, ще запекліші наші батли. Тому будьте з нами, ставте лайки та обов'язково підписуйтесь на усі наші соцмережі.